Строительство трех крупных авторазвязок в Алматы близится к своему завершению. Открыть движение по двум из них планируют уже этим летом. Кроме того, продлевают несколько улиц для границ города, так окраины будут соединены с центром мегаполиса. Гафу Али расскажет о том, как развивается дорожная инфраструктура Алматы. На Кульджинском тракте Алматы завершается строительство одной из крупных и долгожданных транспортных развязок. Путепровод, призванный избавить автолюбителей от заторов в этом месте, строится в три уровня. Длина тоннеля почти 600 метров. Развязка разгрузит трафик. Стоимость объекта составляет 11,5 миллиардов тенге. Открыть движение планируют до конца августа этого года. На сегодняшний день по данным проекту монолитные работы завершены на 90%. Эстакада открыта в обе направления в рельсовом движении. Тоннель по Бухтарминской части открыт на 80%. На сегодняшний день ведутся работы по возведению устройства монолитных работ секции рамповых стен. Развязка готова на 87%. Всего по городу ведется строительство трех крупных транспортных развязок. Возведение двух из них на загруженных автомагистралях обещают закончить в этом году. По расчетам специалистов, данные объекты позволят избежать пробок в час пик. Однако местные автовладельцы считают, что для их устранения этого недостаточно. Общественный транспорт, думаю, надо развивать, помимо развязок. Дороги расширять. Развязки строятся, но в целом проблема особо не решается, поскольку машин очень много, и каждым годом все увеличивается, население увеличивается, приезжих очень много. Если бы все своевременно было бы, то помогло бы. Метрополитен у нас десятилетиями строится, всего одна ветка из 5-6 станций. Желкий пельстер, казру авто. Самое главное, прогресс есть. Это уже хорошо. В Алматы более 500 000 машин, если не больше. Поэтому развязки лишними никогда не будут. К примеру, взять новую эстакаду на Рыскулова-Емцова. Дорожный трафик сразу же оживился в этой зоне. Вместе с крупными автомагистралями продолжаются работы и по пробивке дорог. Улицу Саина планируют продлить еще на 3 с лишним километра. Увеличится протяженность и улицы Тулеби на целых 4,5 километра. Она соединит окраины города с центром. Вдоль дорог построят велодорожки, тротуары и арочные сети. Всего по городу Алматы протяженность уличной дорожной сети составляет 3097 километров, из которых 209 километров не имеют твердого покрытия. На начало года доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии составляла 83%. И планируем к 2025 году долю дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии довести до 95%. Разгрузили дорожный трафик и новые станции метро. После открытия станции Сарарка и Бауржан-Момышлы пассажиропоток увеличился с 45 тысяч до 55 тысяч человек в сутки. Строительство третьей очереди метрополитена планирует начать в 2025 году. Гафу Али, Эдуард Кон и Султан Бисекенов, Хабар, Алматы.